Привет, мы в Израиле, пригород Тель-Авива, город Азур, и мы приехали на шашлыки. В Израиле очень многие знают это арабское место, и очень много народу покупают именно здесь шашлыки. Сейчас я вам расскажу о том, как это сделано. Шашлычки. Шапудей Эзра, что ли? Короче, это очередь за шашлыками. Здесь их берут, а вон там вон их жарят. Еще одна очередь, чтобы их приготовить. А едят там дальше. Вилки, ложки, тарелки. Вот так вот. Там на столах лежит вот такая бумага. Это типа скатерть. Это то, что к шашлыкам мы берем. Вот разные салаты. Такого типа. Это у нас картошка фри. Френч фрайс. Или чипсы, здесь их называют, ну, это бумага, лаваши. В общем, мы решили не ждать эту огромную очередь и купить шашлыки, но жарить отдельно, не здесь, а самостоятельно. Нравится мне это, не моя машина, смотрите, вылазят такие бортики, вот они, чтобы не ударить другую машину. А потом, когда закрывается дверь, они залазят. Первый раз такое встречаю, вообще прикольно. Дорогие друзья, мы не стали ждать огромную очередь. Я еще раз повторяю, это очень популярное место, поэтому мы едем жарить или готовить эти шашлыки в лес. Мангал не взяли, поэтому камнями заложили вот так вот. Благо, полно камней. В этом вот израильском цивилизованном лесу. Вот такой вот лес. Со столами, с качельками. Ну, на самом деле вот здесь уже все-таки больше на лес похоже. Вот здесь. Это самолет, который был сбит во время войны.